Затем 100 Криштиану Роналду, Лионель Месси, Давид Де Хеа. Два раза, кстати, Криштиану Роналду тут повторили, конечно. Ван дер Сар, Ван Бастен. Ван Бастена аж 3 дубликата сделали. Я не знаю, что это они так сделали, но Еспорт в своем репертуаре. Паки, кстати, ошеломляющие. Даже 4 Ван Бастена. Тот аккаунт, который я должен был 10 часов разыграть. Но так получилось то, что вышли эти наборы, и я так подумал, то, что надо еще открыть вот эти вот паки, и после этого сразу же сегодня разыграю его среди вас. Пожалуйста, Еспорт, я, конечно, знаю то, что прошу вас много, но... Я очень хотел бы, чтобы он выпал. Рейтинг 83. Пожалуйста, волнуюсь, честно, реально волнуюсь. В таких вот наборах хотелось бы, чтобы 100 рейтинг плюс выпал. Рафаэль Варан, рейтинг 87. Алексис. И нет, нет, нет. Яга Аспас, рейтинг 88. Нет. Снова он выпадает. Равные наборы, давайте, пожалуйста. Александра. Не то, чего хочу, конечно, не то. Знаю, конечно, друзья, то, что этот выпуск должен быть великолепным. Не подводите меня, Еспорт. Я очень хочу показать моим зрителям кайфового игрока с рейтингом 100. Любого, не имеет значения, кто будет. Два набора у меня еще остается на аккаунте, который я подарю. Тут, походу, уже ничего не выпадет. Кайфовое? Да. Хави Гарсия, рейтинг 88. Программный набор. Пожалуйста, ну хотя бы игрока мастер уже. Нет, ну Дайер, Эрик Дайер, рейтинг 82. Получу также бонусного бесплатного игрока. Кстати, друзья, если вам нужна крутка FIFA Points по очень доступным ценам, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Если у вас есть X2, там где 12 тысяч FIFA Points, я могу вам накрутить за 2200 рублей 24 тысячи FIFA Points. Таким вот образом сейчас выглядит этот состав. Я уверен на все 100%, то что победитель останется доволен этим аккаунтом. Мой подписчик Влад Степанченко после накрутки дал мне возможность открыть у себя на аккаунте наборы программные. Давайте же мы их откроем. 15 тысяч FIFA поинтов. Еспорт, радуйте меня сейчас, радуйте. И также мои зрители. Первый, Роберто, кстати, красавчик. И вместе с ним Гайтан. Ману, эй, рейтинг 82, не то, что хотел бы. Давайте, программные наборы. Удивляйте меня сегодня. Рули. Еспорт намекает мне, рули отсюда, дружище. Хватит уже открывать эти наборы. Канте. Нголу Канте. Вместе с ним еще Мрайджан выпадает. И кто же последний будет? Мануэль Нойер. Рейтинг 88. Нежданчик, нежданчик, конечно. Сразу 3 элитных игрока. Обновляем состав. Телманс. 5-й набор пока что я открыл. Итак, 6-й идет. Я нервничаю, честно слово. Когда вот такие вот паки, когда ты понимаешь, что у тебя все на волоске находится. Форд. Очень нервничаю. Хочу хотя бы уже Лионеля Месси больше, либо Криштиану Роналду. Джо Гомес. В честь Ливерпуля все игроки мне сейчас выпадают. Акколу. Эмре Джан. Александра. Ману. Манал я такие вот наборы, когда не выпадает рейтинг 90+, даже. Как-то не особо прикольно. Рейтинг 82, я уже обрадовался. Я думал то, что сейчас будет рейтинг 90+, честно. Но этого не случилось. Вначале было очень круто, когда выпадали кайфовые игроки. Надеюсь, сейчас родиться не умрет Канаваро. Пауло Канаваро. Пожалуйста, засветись уже желтеньким цветом, когда выпадает последний игрок. Я очень хочу, чтобы выпал тот самый игрок с рейтингом 100. Но его нету. Нет, нет. Два игрока все-таки выпало элитных, но нету того самого заветного игрока, который я хотел бы, чтобы выпал. Снова Энзонзи выпадает. Два последних набора у меня остается. Еспорт, в этот момент вы должны обрадовать всех нас. Лионель Месси, Криштиану Роналду. Хотя бы рейтинг 90, хоть какой-то игрок выпади мне уже. Российский. Томас Российский. Последний набор открываем. Диалу. Холланд. И нет.
Рафаэль Варан. Открывая эти наборы, выпало очень много всего интересного, но, к сожалению, игроков с рейтингом 90+ не было. Но все же, это одни из самых ярких наборов, которые только есть, так как в конечном итоге вам выпадает дофигища элитных игроков, если вы открываете набор за 15 тысяч FIFA поинтсов. Так что, друзья, советую каждому из вас открывать вот эти вот наборы. Я уверен в том, что удача вам будет улыбаться, и вы получите тех заветных игроков, о которых вы мечтаете. Всем вам большое спасибо за просмотр моего видеоролика. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить здесь огромнейшие лайки. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм для того, чтобы следить за мной. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. И всем до скорых встреч. Всем пока!